На конкурс дети читают стихи. Егорова Полина, 5 класс, ТСА ОШ номер 1, имени Ханжина Павла Семеновича. Победа. Бергольц. Мой друг пришел с Синявинских болот на краткий отдых сразу после схватки. Еще не смыв с лица горячий пот, не счистив грязь приобитый плащ палатки, пока в передней, тихий и устал, он плащ снимал и складывал пилотку. Я вместо «Здравствуй!» крикнула «Полтава!», а мы, сказал, заняли высотку. В его глазах такой хороший свет зажегся вдруг, что стало ясно мне, нет ни больших, ни маленьких побед, а есть одна победа на войне. Одна победа, как одна любовь, единые народные усилия, где мне лилась родная наша кровь, она повсюду льется за Россию. И есть один военный труд, вседневный, тяжкий, страшный, невоспетый, но в честь него Москва дает салют, и затемненное исходит светом.